Вчера в зале администрации района под руководством Заура Хамирзова состоялось расширенное планерное совещание с заместителями, начальниками управления отделов администрации, главами сельских поселений. В этот раз планерное совещание началось с приятной церемонии награждения. Почетными грамотами главы района за многолетний добросовестный труд и проведенную работу были награждены работники Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея. За многолетний добросовестный труд и проведенную работу по реализации федеральных программ на территории муниципального образования Кашхабльский район наградить почетные грамоты главы муниципального образования Кашхабльский район Брандову Назире Меджидовну, заместителя начальника муниципального отдела по Кашхабльскому и Шабьеновскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра. Хандохова Байзека Аминовича, главного специалиста муниципального отдела. Курову Анету Бесланову, ведущего специалиста-эксперта муниципального отдела. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Николай Зверев ознакомил присутствующих с эпидемиологической ситуацией и с результатом работы межведомственных групп по проверке соблюдения норм Роспотребнадзора. Он отметил, что на сегодняшний день на лечении находится 150 человек. О ходе прививочной кампании на территории доложил заместитель главы администрации, управляющий делами Рустам Хасанов. Как было отмечено, на сегодняшний день вакцинацию прошли 11 935 человек. Все прививочные пункты работают в штатном режиме. В ходе планерки также были рассмотрены вопросы, касающиеся привлечения бюджетных источников в целях реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», набора добровольцев «Проект БАРС», хода призывной кампании и ряд других важных вопросов.